Кстати, за окном стало темнее, поэтому придется включить верхний свет и снимать все-таки на кровати. Да, немножко мне стало просто раздражать эти зеленые стенки, но ладно, как есть. Это пятница, 13 октября. В общем, наступили выходные, так что радуйтесь. Я особо ничего не буду снимать, ну, просто хочу блог про пятницу. У меня есть картошка, буду жарить картошку и с мужиком играть в танчики. Ну и все, в общем, в город не пойду. Денег у меня особо нету, чтобы ходить по барам, по клубам, с кем-то знакомиться. Поэтому сегодня просто буду тупо сидеть, ну, кушать жареную картошку и играть в танчики с мужиком. Я немного устал, хочу отдохнуть от ютуба, от вас. Ну, все, такой вот простой блог про пятницу. Хотя нельзя его назвать простым, все-таки пятница, 13-е, поэтому непростой день. Но, как видите, я живой, здоровый, со мной ничего не случилось.